вечер, 13 апреля 2000, дай бог не ошибиться, 18 года, да? Иркутск, центр города. Что, будем рисовать этот домик? Это улица Степана Разина, бывшая Почтамская. Сейчас нет времени, потом я расскажу про эту улицу как-нибудь подробнее. А вот там на фоне, между домами, это Михайло-Архангельский, тот самый храм, про который я уже рассказывал, который стоит там на 5-й армии. Это мы немножко тут с другого боку к нему подошли. Наверное, я сейчас здесь присяду и порисую. Вот так реставрировали у нас дом писателей, дом литераторов имени Петрова. Ну, какие могут быть возражения? Все хорошо. Здесь, конечно, все заменили. Стены уже не родные, пластиковые и так далее. Ну, ладно, хотя бы стилистически это здание, на мой взгляд, сделано аутентично. А вот то, что тут вот рядом, вот этот казус, это какой-то цех заводской из Соединенных Штатов времен депрессии, там 20-30-е годы США. Вот это стиль. Это стиль наших архитекторов. Вот так они понимают вообще. Вот так вот они рядом с храмом, рядом вот с такими вот орнаментами. А рядом вот строят уродство. Ну, правда, я слышал, что это самострой какой-то очередной. И я не понимаю, да, я не понимаю, как в центре города может строиться здание вот такого вида, вот такой архитектуры, во-первых, а во-вторых, как потом выясняется, на самострой. Ну что это, как не импотенция, скажем, тех, кто за это отвечает? Собака, ну скажи мне что-нибудь, как тебя зовут-то? А, собака, как зовут тебя? Собака. Thank you.
Ну вот пока хватит. Она должна полежать немножко, потом я ее лаком должен покрыть. Ну, этим фиксатором. Посмотреть, где что добавить, где что убавить. Хотя, конечно, как всегда, я затянул работу, надо было ее быстрее еще делать.